Привет! Сегодня я вам покажу небольшой обзор новинок от Guerlain зимней коллекции. Этой зимой вышла новая лимитка популярных метеоритов от Guerlain. Вышла она вот в такой коробочке, напоминающей елочный шарик. Внутри мы можем видеть подушечку из искусственного меха, которая выполняет роль пуховки. В упаковке 30 грамм сокровенных шариков. Они имеют белый, розовый и золотистые оттенки. Внутри крышечки маленькое зеркальце. Упаковка просто невероятная. Метеориты пахнут просто роскошно. Коробочка будет прекрасным украшением любого туалетного столика. Она имеет белую сферическую форму, внутри которой красивый зимний рисунок. При нанесении на кожу шарики создают тонкую мерцающую вуаль, которая не бросается в глаза. Мне очень нравятся эти метеориты. Компания хорошо поработала над дизайном упаковки, от которой просто невозможно оторвать глаз. Также в новогодней линейке от Guerlain присутствует палетка теней и румян. Это двойная палетка в золотистой упаковке. Тени имеют 5 оттенков. Один матовый, светло-розовый, затем золотистый с блестками, цвет шампанского, баклажановый и коричневый. С одной стороны открываются тени, а с другой румян. Во втором отделении 4 оттенка румян. Я бы сказала, что каждый из них является холодным оттенком. Светло-розовый и коралловый оттенки матовые. Остальные два с легким перламутром. Стоит отметить, что румяна имеют такой же удивительный запах, как и метеориты. Палеточка шла вот в таком мешочке бархатном, на котором написано Guerlain. В одном отделении помещается сама палетка, и в двух маленьких отделениях лежат кисточки. Одна кисточка для румян, для лица. Она достаточно упругая, мягенькая, но не супер мягкая. В дороге вы можете ей воспользоваться, но в домашних условиях удобнее пользоваться кистью побольше. Также в наборчике шел спонжик для теней. С одной стороны он овальной формы, а с другой заостренный. Тени очень хорошего качества, достаточно пигментированные. Верхние три оттенка сатиновые. Коричневый, баклажановый. Баклажановый при растушевке становится серым. Очень красивый цвет, цвет шампанского. Золотистый оттенок имеет очень мелкие блесточки, которые очень подойдут для выполнения вечерних макияжей. Самый светлый розовый оттенок полупрозрачный, но при желании его можно наслоить и сделать довольно плотным. Больше всего мне нравится коралловый оттенок румян. При растушевке на коже он создает свежий розовый зимний румянец. Самый светлый розовый оттенок на коже практически не заметен. Я очень довольна качеством этих продуктов и любуюсь ими на своем туалетном столике.